Доброго всем времени суток. Вы на канале Мигранточка, и с вами я, Василиса. Алло. Мы сейчас узнаем соседей своих каких-нибудь. Все национальности присутствуют. Пришли китайцы. Вот так. А вы говорите. У нас wine and cheese party в нашем билдинге. Вот такие незатейливые закусочки. Ох, как вкусно пахнет. Ах, ням-ням-ням-ням. Цветочки нас приветствуют. Ну и, конечно же, сыр. Это же сырная тусовка. Вот сыр. Конфетки. Пришли мы самые первые. Видите, это пати-рум в нашем билдинге, где можно всякие тусовки устраивать, но за это надо заплатить денежки, как за аренд, и тусоваться. Давайте немножко пройдем, посмотрим, что здесь. Это танцпол, вероятно. Можно плясать. Ну, вот здесь, видите, больше столов. Ожидает сегодня 40 человек. Все было по билетикам. Мы билетики, считай, выиграли, потому что рано среагировали. Те, кто среагировал в течение часа, получили билеты. Кто среагировал после часа, ничего не получили. Видите, столы пустые. Я не знаю, время 7 часов. Но какие-то люди непунктуальные, не приходят. А мы вот с Жориком пришли. Ждем-с. Здесь таинство. Здесь разливают венцо. Нам красно-белое спросили, стали разливать. Вот наш консьерж. Видите, вот наш венцо. Oh, red one is good one. I like this one. Somebody has a good taste who purchased that. Ну что, вот нам налили, спросили красное, вымыли белое. Мы заказали красное вино, но, конечно же, без аэратора. Кто не смотрел мое предыдущее видео про аэратор, милости просим. Ссылочку оставлю в описании. Ну, по этикеткам вино вкусное, мне оно нравится. Сейчас будем пробовать дегустировать. Я решила на свою тарелочку положить вот такие закусочки и начать тусовочку. Ребята, пока идет знакомство, я дегустирую. Очень вкусное вино. Калифорнийское вино. Люди толк знают в этом. Представляете, хорошее вино. Да. А вот это какой-то такой пирожок интересный. Мне кажется, мясной. Это типа фалафеля. Рыбное, что ли, что-то, не пойму. Ну, что такое вкусненькое в сухариках. Вот шум стоит. Только несколько людей пришло, уже столько шума. Слушайте, я успела, как говорится, заснять, пока мы не первые. Алло. Ну, сейчас узнаем соседей своих каких-нибудь. Все национальности присутствуют. Пришли китайцы. Вот так. А вы говорите. Мои любимые желтые розы. Кто так же, как и я, любит желтые розы, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии и жду, конечно, ваших лайкосиков. До встречи в новых видео. Пока-пока.